Сейчас вот это, короче, катка предпоследняя, и следующая ластовая у нас будет, если что. Ребят, не серчайте. Так бывает. Да. Так, мы ставим сюда. Ловушечку. У нас здесь треугольничка нет, но есть шикарные, шикарные просто капканчики, которые мы сюда сейчас будем ставить везде и всюду. Просто шикарнейшие. Нам бы выбрать другой треугольник, другие генераторы. Но да почему бы и нет? Такс. Это плюс хит. Ладно, убедил. Здорово, Эйсик. Я как он бы резко развернулся, это что такое было? Гений получается. Не, нам нужны повесы, друг. Ладно, пойдем туда. Там чувак в трапе стоял. До того пойдем, значит. Нужно заставить его скинуть. Даже если на нас пойдет. Пойдет, дружочек. Нормально, нормально. Вообще по кайфу. Плюс 2 по веса, считай, есть. Замечательно. Для нашего билда это просто пушечка. Такс. Мало ли у него тоже там на скидывание. Такс, второй сюда. Бежим хитулю чисто дать. Нет, хитуль не будем давать, пойдет. Нестандартную трапу ставим. Здесь мы трапу забираем. Ставим наглую, короче, чтобы не прошли. И все, играем от этого челика. Если кто-то придет спасать, он валится. То есть, ну даже нет, не отходим особо, нам не интересно. Вот, дружочек. Такс, и вот по нему нам как раз нужно хитовать, короче, идеальный вариант. Скинет палету, не скинет? Не скинет. Перетяжечка. Найс. Сюда, дружок. Сюда, хорошо, плюс еще один. Жетончик нам. Почему, собственно, нет? Правильно? У нас здесь нет треугольника, но они будут висеть на то, что челики здесь висят. По очереди причем висят. Можно пойти, короче, за трапками еще сгонять. Неплохой вариантик. Вот, но обязательно нужно возвращаться. Обязательно просто, 100%.
Можно вот здесь вот. А, блин. Сволочи какие. Молодец. Засейвили дурачка, который у нас там попался. Хорошо. Нам бы четвертого найти. Было бы супер идеально. Еще одну ломай. Не сломает. А как он эту сломал и куда он пошел? Чего? А мне по одержимости работать надо как раз. Хорошо. Так. Все, теперь ты у нас будешь просто грустно здесь висеть. Мы здесь оставим. Ну понятно, но чуть-чуть. Ловко? Нет? В трапку никто не желает? В трапку желаешь ты. Быстро! Да ладно! Бля, какой засранец, а. Ну, давай выбьем. Я мститель, да, конечно. Но он пытается увести. Не, пойдем посмотрим, что тут по генераторам. На нуле. Тот на нуле. Там наверх не могли пройти. Не могли. Да, у них у обоих устойчивость, короче, и... Они, видимо, думают, что здесь три генератора. Но это, конечно же, великая ошибочка. Ой, давай! Давай, дружок. Ты же хочешь наверх туда пойти. А, у него нет фонарика. Пойдет. Угу. Это третий, может, нет? Или кто у нас? У нас только Феликс вроде висел, да? Идеально. Побежали, 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 побежали. Быстренько. Темнота попала в трап. Побежали. Сюда. В уголок его просто. В уголок. Нормально. На этой карте вообще тем более кайф. Да, да, да. Но какой ценой? Бля, сломал, засранец. Хорошо. Ну вон он. Не знаю, один ген остался, стоит ли за ним бегать. Но он последний раз будет. Почему не стоит? Вот они опять сломали и убежали туда. С ними определенно что-то не так. Давай ты в трапу наступишь, друг. Не надо мне вот тут вот. Ну чуть-чуть, ну вот вы видели. Он просто оббежал. Ну как так-то? Может, ты хотя бы в трапу наступишь, нет? Ha ha ha!
Давай, на это тебе придется скидывать. Хорошо. Там никого, вон там двое чинят. Причем две трапы сломали. Раненый причем чинит. И оба в эту сторону побежали. Че за гении? Как с этой темнотой играть-то, а? В теории я успеваю, он ничего не может сделать. Найс. Все, минус чел. Минус первый. Растащили! Ну вот это уже плохо. Но мы растащили их. Потихонечку, помаленечку. По чуть-чуть. Куда он делся? Ну, дружочек, минус два. Так. А на едик прямо тех ворот почти. Ну, если у тех, они, скорее всего, уходят. Они, наверное, успеют просто открыть. Зачем я ставлю трапы, чтобы понимать, когда они начнут открывать? Скорее всего, они успеют открыть и выйти. Но если нет, то им жопа обоим. Если я хотя бы одного подловлю, то обоим жопа. Горюсь, хотя бы одного подловлю тобой в жопу. Так, где бы я начал стелсить? Где бы я застелсил? Наверное, здесь. Трава, кусты. Да ты гонишь! Жадность! А он там на единичку открыл. О, это ты сюда, дружище. У тебя здесь ни палеточки, ничего нет. О, ладно. Сейчас посмотрим, идет. Да, ушел. Ха-ха-ха, ладно. Минус три, неплохо. Пойдет. Здоров, Мартелиус. Здоров. Да, Руслан, поздновато. Предпоследняя каточка у нас. Но они хорошо раскачивали. Но, видимо, их ошибка, короче, была изначально, что они думали, что у меня там три гена. Потому что иной причины, почему они туда бегали, получали хиты, я вообще не понимаю.
Вроде инфопогена должна быть. Мартелли, что знаешь, сколько заказов? Это ужас. Так, чтобы раскачать тебя по карте. Но если чтобы раскачать, то красавца.